Добрый день, солнечные мои! С вами сегодня очередной выпуск «Осторожно, наука». Сегодня мы вам расскажем об удивительном открытии, сделанном британскими учеными по заказу компании Grob Group. Руководство компании Grob Group, выпускающей на рынок биодобавки и вспомогательные средства для развлечения престарелых долгожителей, решило осчастливить человечество еще одной совершенно прогрессивной биодобавкой из клыков карнойского трубкоеда. Как выяснили британские ученые совместно с группой ученых из Grob, клыки карнойского трубкоеда содержат ценнейшие природные нанопротекторы. Это помогает трубкоеду спокойно грызть кимберлитовые трубки и не бояться повредить эмаль клыков об твердую поверхность этих трубок. К вашему сведению, именно природные нанопротекторы помогут человечеству в выращивании новых зубов в любом возрасте. Правда, британские ученые специально оговаривают, что нанопротекторы из клыков трубкоеда не будут выращивать дополнительные ряды зубов у тех, у кого они еще есть. Но на месте вырванных челюстей новые начнут расти через год после начала применения биодобавки с природными нанопротекторами. Так как карнойские трубкоеды крайне редкие животные, и британским ученым не удалось достать ни одного живого экземпляра, опыты проводились на сумчатых мышках из Зимбабве, как наиболее близких родственников карнойских трубкоедов. Но экспериментальная группа из Grob Group и сотрудничающие с ними британские ученые уверяют общественность, что на качество новой биодобавки эта мелкая замена не повлияет. Grob Group обещает, что новая биодобавка с природными нанопротекторами появится на прилавках уже в 2015 году и будет отпускаться без рецепта врача. А у нас на сегодня все. Приходите почаще, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе последних новостей. Всем пока!